Да, всем здорово. Я решил записать видео про свою сушилку, где я сушу рыбу. В общем, вот так она выглядит тоже на виде. Вы видите, вообще компактная, как садок для рыбы. Расскажу о ее плюсах, о ее минусах. Ну, вот так вот она выглядит в своем, скажем так, рабочем виде. Сушилочка, это самый большой размер, который я нашел в магазине. Вот так вот она выглядит, здесь раз, два, три, четыре, пять полочек. Покупаю ее за 270 гривен, то есть это 10 долларов. Вот так вот здесь окошко, сюда спокойно можно залаживать рыбку и не думать о том, что муха вредная будет нам мешать. В чем ее плюсы? Ее компактность, ее легкость, ну, скажем так, мобильность, все плюс сняли, унесли от дождя, сняли, повесили на солнышко, или сняли, повесили на сквознячок, потому как у меня была самодельная сушилка, постоянно ее носишь куда-то, перетягиваешь, ну, неудобно, здесь очень удобно. Еще большой плюс. Здесь вот видите, между последней полочкой и дном есть расстояние. То есть, когда вы положили рыбку, мухи нет доступа до нее. То есть, она будет лазить по нижнему поддончику. То есть, муха не накакает, грубо говоря. Значит, размер данной сушилки, вот смотрите, ну, грубо говоря, 50 на 50. 50 на 50. И длина у нее получается... Ну, там 92, как-то так. Очень удобная, очень классная, все проветривается. Те, кто рассказывает, что рыба должна быть в вертикальном положении, ну, это такой бред вообще, ребята, ну, слушать даже... Вот, в общем, смотрите, вот у меня есть такая рыбка. Сейчас я покажу, как я ее улаживаю. Спокойненько, без проблем, открываем ее. Берем нашу рыбку и вот так вот ложим так, чтобы рыба не дотрагивалась до стенок, чтобы мухи не было к ней доступа никакого. И вот так вот улаживаем нашу рыбку. Я ее раскрываю, чтобы больше было доступа воздуха, чтобы она быстрее сохла. Раз, один рядочек наложили, берем уже второй, главное, еще раз повторюсь, чтобы рыба не прилегала до стенок, чтобы муха, которая сядет на стенку, не могла достать до рыбы. Раз, два. Я сильно плотно положу, как место позволяет положить подальше. Вот так вот. Положим. Даже не буду еще один ряд задействовать, положу вот на три ряда. Ребята, здесь у меня, чтобы вы понимали, 6 килограмм рыбы. Вот, смотрите. Теперь спокойненько все это дело закрываю. Вот так, раз. Все, смотрите, какая красота получилась. Все, мы можем ее спокойно взять, перенести куда нам надо, на солнышко. Если вдруг пошел дождь, мы ее можем запрятать. Она легенькая, компактная. Так что, ребята, всем советую. Я не вижу смысла просто делать эти сушилки за такие деньги, просто купил и не мучайся. Это самый такой вариант, скажем, бюджетный и классный. Так что всем советую, кто занимается, ну, рыболовлей, да, скажем так, кто любит тарань только делать. Вот так вот. Все, кому видео понравилось, сюда, пожалуйста, будут вопросы, пишите, задавайте комментарии. Все, всем счастливо, пока.